Всем салют! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И у нас сегодня на распаковке три интересных посылки. Три интересных посылки. И давайте посмотрим, что же к нам сегодня пришло. Две посылки. Это перчатки. Вот давайте мы с них и начнем. Одна посылка шла 25 дней. Оценена в 1 доллар. Вес 65 граммов. Посылка заклеенная. Опять заклеенные посылки пошли. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Вот такие вот вязаные перчаточки. Давайте поподробнее. Распакуем, залезем. Такие вот вязаные перчаточки, я бы даже сказал, это не перчаточки. Да, перчаточки без пальцев. На свою руку не буду натягивать, то есть они вот так вот надеваются. Выкину, выложу фотографию, обязательно выложу фотографию, посмотрите. Вязаные перчаточки заказывала жена, скорее всего, ребенку. А может быть себе, не знаю, сейчас уточню. Ссылки будут в описании, заходите, смотрите, также ссылки будут в группе ВКонтакте. А мы приступим ко второй посылке. Вторая посылка шла 19 дней, оценена в доллар 66, и тут тоже должны быть перчатки. Все посылки шли без трек-номеров, так что не отслеживались. И давайте посмотрим, что тут у нас. О, вот такие вот тоже перчаточки с мехом. Перчаточки с мехом. И с пуговкой. Пуговка это, я думаю, так, для декора. Мех. Фу, не пойму, чем пахнет, чем-то непонятным, не Китаем, но чем-то кислым таким. Вот такие вот перчатки, тоже с пальчиком, тоже с мехом. Мех неприятный на ощупь, синтетика жуткая. Так вот они прошиты. Вот так вот прошиты. И здесь тоже прошито вроде все. Но так погулять на улицу выйти пойдет. Да, вот здесь дырочка под пальчик. Такие вот перчаточки. Вот. Тоже отдаем владельцу. Но меня больше интересует вот эта посылка. Посылка шла 22 дня, оценена она в 2 доллара, написано Metal Box. Если это то, что я думаю, то очень хорошо. Это заказывал я другу одному. Другу заказывал в подарок. Сейчас посмотрим, то это или не то. Так, все. Стоя. Да, это то. Это портсигар. Автоматический портсигар. Автоматический портсигар. О! И они еще в подарок положили два мундштука. Красота. Упаковано в пупырку. Два слоя пупырки. Так что должно все сохраниться нормально. Коробочка. Надпись. Лайфу. В принципе, чуть-чуть все равно помялось. Я просто сам не курил, бросил, так что ему штуки я, наверное, тоже отдам. Сам я курить бросил, а это вот такая вот, оба, да, автоматический бокс от сигареты. Такой вот портсигарчик, тонкий, звонкий, очень тоненький, так что я думаю, даже если в карман положить, в сумку если положить, еще ничего. Но если положить в карман, раздавит он его быстро. Вот такой вот хороший пропечатанный принт. В принципе, если как подарок, то довольно-таки неплохо. Оригинально самое главное. Интересно. Влезет пачка сигарет, влезет точно, свободно. Насчет размеров, не знаю я. Но больше, чем пачка сигарет, шире, по крайней мере, это наверняка. И вот еще такие муштюки. Да, я думаю, ему понравится. Вот
такая была распаковочка у нас сегодня. Подписывайтесь на канал, заходите в описании, заходите в группу ВКонтакте. Там на все это будут ссылки. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Будет еще очень много интересных видео. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.